Во Дворце детского творчества юным пионерам предложили выбрать одну из 9 профессий. Дарья Клещевникова сразу решила, что будет журналистом. Девочка считает, что эта профессия позволит ей научиться писать грамотно сочинения и оформлять стен газеты. Журналистика – это, наверное, очень интересная работа с людьми, получаешь такой опыт называемый. Ходить по разным мероприятиям, спрашивать людей то, чем им интересно. Я бы хотела попробовать себя в этой профессии. Пионеры активно изучали азы основных пионерских профессий, чтобы в дальнейшем эффективно работать в своих дружинах. Дети учились носить знамя, играть на барабанах, а также выступали в роли организаторов праздников. Рассказывали о профессиях вожатые школ города и пионеры-инструкторы. Сложно быть без организации, да, и сложно кидаться в дела, когда ты не знаешь схему их. Вот здесь мы как раз будем учить тому, чтобы дети умели качественно сделать. Всего в школу пионерских профессий пришло около 200 ребят. Занятия проходили 2 дня. После творческих мастер-классов каждому школьнику выдали задания, которые ему нужно выполнить в течение учебного года со своими товарищами. Затем пионер должен отчитаться о проделанной работе перед старшими инструкторами. Ирина Вышегородцева, Евгения Швецова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.